Здравствуйте. Вот закончили мангал с системой Олега Михайловича. Двойной зуб. То есть все, угол. Первый зуб. Так называемое хайло. И второй зуб. Вдвоем работали 10 дней. Здесь также все как положено. Столешница планируется с мойкой. Наверху поставили роза ветров. Город Ростов-на-Дону. Кирпичик собственной доработки. Сейчас буду зажигать. Проверять, как оно работает, не работает. Надеюсь, все хорошо будет. Привет. Ну, хрен его знает, вроде бы. Вроде он ветерок есть небольшой. Завихрение создается. Но тяга не кислая. Я вам скажу. Ну, в общем, все горит, все работает. Дым не вываливается. Рекомендую вам Олег Михайлович как образец для подражания. Всем пока. Вот немного подробнее хочу рассказать об этом кирпиче. Кирпич пластического формирования, марка 150. Каждый кирпичик доработан вручную путем скалывания углов по кромке. Тычка, флажка, обычной кирочкой. Секрет цвета, к сожалению, сказать не могу, потому что это на то он и есть секрет. Скажу лишь одно, это очень качественная пропитка, мы работаем с ней 10 лет, она себя показала, то есть 10 лет назад была впервые использована. Вот, и со временем ничего не произошло, то есть не облупилась, ни цвет не потеряла. В общем, а еще шов интересный. А теперь о шве немножечко, чтобы не прятать его от глаз людских. Шов получается красивый, но есть хитрость небольшая. Чтобы получить вот такую колбаску ровненькую, просто проглаживаем торцы. Торцы раствора, как правильно было сказать. Вот оно, когда садится, получается красивый шов. Называется колбаска или косичка, кто как называет. Вот как-то так.